Новости с Максимом Сарповым. Здравствуйте! В прямом эфире «Енисей новости» в студии Максим Сарпов. Коротко о главных событиях этого дня. Сбитыми и в масках. Вачинский банда неизвестных держит в страхе водителей городских маршруток. Серые кучи. В одном из микрорайонов Красноярска грязный снег свозят прямо под окна жилых домов. Неожиданная кандидатура. Красноярцам представили нового директора футбольного «Енисея». Любовь сквозь годы. Ачинцы нашли пачку трогательных писем, написанных почти 80 лет назад. История повторяется. Жители Красноярского микрорайона «Солнечный» с приходом зимы снова жалуются на растущие горы грязного снега прямо под своими окнами. Местные рассказывают, груженные КАМАЗы в их район зачастили. Это несмотря на то, что в Красноярске еще по большому счету снега-то толком не нападало. Подробности в сюжете Дианы Хатиашвили. КАМАЗы, груженные грязным снегом, не дают покоя жителям «Солнечного». Возят его со всего микрорайона и днем, и ночью.